Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Крошка, Гусанек, Сергей Тайм, Кисми Угабуга, ОлТВ, Курикс, Саврекс, Пловский Сосунок, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет, всем здравствуйте. Всем привет, с вами ОлТВ. Обязательно подписывайтесь на Димаса, ставьте лайк, колокольчик, чтобы не пропускать его новые видео. И хочу еще добавить, я очень редко прошу своих подписчиков о чем-то, давайте на моем канале добьем 2 миллиона сабов. Я очень всех прошу, давайте мы это сделаем в этом году. Всем благодарочка, если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Смотрите, какой плагин скинул нам офигенный мод. Это медведи, которые переносят какие-то странные предметы, которые имеют очень большой радиус взрыва, и будем выживать в школе Балди. Я им включаю искусственный интеллект, погнали. Бегите сюда. Бегите, бегите, пацаны. Блин, они быстро, ого, не взрыва. Что? Так это же подсрачник был нечестный. Сейчас будем смотреть, как пацаны все сливаются. 10 хп оставил. Сами какие. Представляете, во время записи задонатили, ребята. Вы можете так само попадать на запись. Прикольно. ОлТВ, ты что, не знал, что они так могут убивать? Бежим. Бежим отсюда. Блин. Попадешь, попадешь, чувачечек. А, да блин, да чё я умираю? Я ж хотел очки подсчитывать, в конце, наверное, не будем. Наверное, надо. Нет, не надо, Максим, скажи, что не надо. Ну надо. Хорошо, Максим, ты будешь больше всех умирать сейчас. Не-не-не-не. Вы представляете, они просто убивают на каком-то нереально большом расстоянии, это честно? О, Максим слился. Они быстрые очень. Они очень быстрые. Все, я нашел место. Нет, он бочку красную несет. А влияет ли предмет в руках на радиус взрыва? Нет. Кстати, посмотрите наверх, когда два медведя летают. Это нормально, это они старожилы. Да, ой, все, Максим, они сюда не идут, иди ко мне. Дима! Нет! Я вижу, как пацаны сливают. Ребята, обязательно лайкосик с вас за хорошее настроение, мы будем в этом ролике страдать. Я буду сейчас еще добавлять? Или не надо? Да не надо. Да чего вы ссыте? Смотри, они у меня не убили. Блин. Давай добавляй. Да не надо уже нормально. Да чего ты? Убегаем от целевых медведей. А что они в небе летают? Это прикольно. Не види, Дима. Все четко. Мы в следующем ролике скачаем мод на управление Nextbot и будет управлять настоящий человек. Вот это будет угар. Бегите! Вот это они взрывают там все просто. Мне еще нравится, как кто-то умирает и колокольчик в конце. Точно, что нокаут. Все, смотрите, они меня не убьют. Нет, блин, я так прямо этой штукой не слился. Вот это трэш. Ребята, это самый классный мод, который я видел именно по взрывам. Это уже круто. Обычно мы качаем некстботов, которые просто вблизи убивают. А этот взрывом. И радиус взрыва нереально большой. От него напрямую не убежать. Это да. И еще он бьет через стенки. Да блин. Ну нет, блин. Мне нравится, что он не обязательно в притирку подходит. Куда он полетел? Медведь, ты нормальный? Ты куда летишь? Спускайся. Куда они? Они на орбиту улетают. Эх, Димас, я тебе говорил не давать им стероиды. Я понял. А что они говорят? Еще какие-то слова слышу говорят? Они гол говорят. Не бухти. Не бухти. Гол. Гол. Да, блин, очень быстрые. Очень быстрые, вообще прям нереально, нереально убежать от них. Я могу их замедлить, но этого делать не буду. Хочу, чтобы все страдали. А куда вы заныкались? Угон ракету в руках несет, пацаны, ракета! Блин. Ты не спрячешься от них. Держи, Дима, вот тебе их. Блин. А! Куда он пошел? Уга-буга. Нет, нет, нет! Туда тебе. Это жесть просто. Давай тут сидим. Ё-моё! У нас. Чё, никто не умирает, не понял. Гол! О! Привет! Все, пацаны, мы будем тут выживать. Наконец-то можно немножко передохнуть. Да блин, а ты даже не убежишь. Угу. Я красивый гусь. Вот ощущение не кидает еще что-то в тебя. Ну, я ощущение такое есть, но на самом деле они просто взрывают компьютеры, какие-то динамиты, бочки, какие-то ядра у них с пушек. Арбузы, всякая арбузы, дичь, арбузы. Нет. Я такой арбуз не хочу кушать. Взрывной арбуз я не ем. Кстати, а вы слышите их шаги? Я что-то вообще не слышу. Я вроде слышу. Я слышу. Не, пацаны, мы так просто совпали, что их тут нету. А где вы? О, Максим, о, беги, Максим. Максим, сюда. Вот, логово наше, логово наше. Давай, все к нам. Мне не нравится здесь. Да тебе должно нравиться. Не, у меня тут вообще никого нет.
Саврак сзади, Саврак. Саврак. А где они все? Ой, я поставил специально его там, чтобы они не втыкали. Жопа. Тебе не нравится, что ли? Нет, конечно, я не хочу проиграть. Ты проиграешь. Вот тут хорошо. Я хлеб возьму. С двух сторон смотришь? Единственный баг, что они в небо улетают. Это багет. Меня чуть не убило из-за багета. Так, спускайся, мужик. Так, надо всех спустить. А чё они не хотят спускаться? Они летающие. Они вообще за картой. А, нет. Зачем я его спустил? Вот еще один. Дима, по спине, блин, всех убил одним выстрелом, взрывом. Это был страйк. Это точно был четверное убийство. Нихера случайно. Это нечестно, ЛТВ. ЛТВ за Мишку. Они танцуют. Я тоже. Бегите! А! Беги! Ох ты, блин, 46 хп! А, вот что? Таня, к нам беги. Да сейчас подожди. Ай, блин! Дим, зачем ты друзей позвал таких? Да это мои кентафурики, они очень хорошие. Только они какие-то баганые, не в текстуры залазят. Ой, нет. Гол! Так, я постою, у кого с больше всех смертей? То как он меня через стену убил? Максим, помоги. Максим! Я не могу, беги. Больше всех у Курикса. У Курикса и Плавский сосунок. Это Плавский сосунок. Это смешно. Они еще, они еще когда взрываются, танцуют. Смотри, он опять в небе стоит, танцует. Да блин. Беги! ЛТВ, беги! О, привет, Дима. Блин, блин. А вот они позастревали здесь, их тогда нас... А, зачем ты это делай, блин? Ну, Максим! Ох, я красиво слег. Это как поза называется? А, все. Максим, не оборачивайся на звук. Ё-моё. Ребята, обратите внимание, сегодня мы записываем 9 человек. Нет. Наша компания увеличивается. Если вы хотите попасть в нашу движушку, залетайте обязательно в Дискорд. Будем орать вместе все. ЛТВ, беги. Эй, нечестно, ЛТВ, нечестно. Блин. Блин, как же заныкаться от них? О. Никак. Не-не-не. Надо дистанцию от них держать. Вот здесь стен нельзя. Я под столом прячусь. Прячься. Это место. Ай, да как... Я под стол залез. Я там монетки потерял, сейчас найду монетки, и все будет нормально. О, отлично. Кто-то в стенке застрял. Затишье небольшое. Ой, я вижу, он там. А, нифига себе, он быстрый. По прямым коридорам он вас вообще всегда догонит. Вот такое ощущение, что они разгоняются, да, когда прямая? Да. А так нет, 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 ой. Медведь вонючий, уходи, глобус принес мне. Ах ты, нет, блин. Бежим. Сейчас через за угол. А это не да, читер? Блин. А, это ракета. Сержа там, это не слишком читерно? Что? А чё он там? Ну, блин, они даже не доходят до нас. Чё за бочки тут оставили? Ой, блин. Чё за бред? Это жесть какая-то. Дим, смотри прикол. Да я вижу. Блин. Я, короче, спускай. Готовы? Не надо. Надо. Все. Это твои друзья, все. Ты куда они... ты пошел опять? Они за карту уходят просто. О. Опа. Это что за болид? Не бухти, я слышал, как он говорит. Да. Короче, этот мод недопиленный. Его надо допиливать еще. О, да, смотрите, в небо... В небо улетает. Это я круто. Я ТВ. Офигел. Дим, ракета была. А, да? А, бегите, мужики, да бегите! Ну что вы стоите? Блин, головой в колесо въехал. Монстр килл. Они друг друга, короче, не могут, да, взорвать? Да. Нет. Это хорошо. Но их можно убить, у них мало. Максим, беги! Быстрее, беги! Да что ж он быстрый так? Смотри, я обману его. Блин. Нет, не получилось. Не получилось, да. Мне кажется, когда ты умираешь, он еще в конце раз взрывается, ну, на всякий случай. Да. Два раза. Да-да. Да блин, я опять там же заспавнился. Нет, 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 пожалуйста, ну нет. Губдокаут. По пятнам видно, сколько раз они взрывались на этой карте. Они уже везде взрывались. Димон за тебя бежит. А это не я. Какой же он быстрый.
Он с каким-то кубиком бежит. Так, смотрим. Нет, больше раз все. Крошка Максим, ой. Кто? А, Плавский сосунок. Крошка Максим. Максим сейчас догонит по Плавскому, понимаете? Не надо. Бегите. Блин. Я выдержу. Взрыв. У них взрыв через стену работает. Да. Тот, кто придумал этот мод, он красавчик. Это просто фан и угар. Мне не нравится, я бронирую. Чего, классно же? Чудесно. Бегут, 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 беги! Быстрее, быстрее прыгай! А! Жопа, блин, ну как от них убежать? Надо постоянно поворачивать влево-вправо, тогда они замедляются. На них же еще после взрыва там сунут. Дима, сзади я тебя... Беги оттуда. Оу. А тут есть нычка? Нету, нету, это не так. А, блин, точно перепутал. Блин. Один хапу. Блин. Ультовая сзади, беги. Блин. Ну, Тима, что такое ротки? Ультовая, спаси, помоги. У него тут за стенками ультовая. Все, сейчас я должен затащить. Да блин, я на шпагеты сел. Там за компьютером. Нокаут, Дима, опять. Дим, есть такое, да. Так, ты честно, Максим, ты офигел? Привет, Дима. Дима. Держи тебе. Ах ты жопа, блин, да так нечестно. А! Ты дурелла. Я хочу, чтобы они тебя убили. А это нечестно. А это нечестно, Максим. Ай. Все нормально, Максим. Подписывай их. Ну так больше будет. Конечно, так не сидят. А че он застрял тут, мужик? Мы тут. Мы тут. Спасибо, Дим. Спасибо, Дим. О, гони тут, короче, охраняет небо, что ли? Санёк, иди сюда. Так. Вот, вот тут я выживу 100%. Я знаю, как выживать. Смотрите. Ты не выживешь их, не... Ты не выживешь точно от них. Нет, я выживу всегда. Смотри, я сколько уже секунд проживаю. А ты где? А! Ай, блин. Ладно, вот забираешься. Не получается. Где ты, Дима? Я не буду тебе говорить, ну тебя нафиг, ты их спамнишь мне в голову прям. Неправда, не было такого никогда. Было. Я думаю, можно скоро будет на них охоту открывать, их можно убивать. А тут уже один... Ай-яй-яй. А что, хотите, давайте их помочим. Давай. А чем их можно убивать? Только давайте не читерским оружием, Гусанёк. РПГ. О, давайте, с РПГшечки. Раз один на взрыв, а мы тоже их будем гасить. Кошмарно, это я его убил. Это я его убил. А, так они вообще с одного и это убиваются, походу. С одной тычки? Застревают просто? Да, убивают. А ну, давай посмотрим. Они реально да, с одной да, не с одной ракетки умирают. О, я вижу. Пошел уже. А как это он называется? Щит. Бугол? Бугор. Бугол. А бугол? Последнее место занял Курикс, а первое место занял у нас... Сергей Тайм. Ну ты красавчик наполовину. Молодец. Молодец! А почему наполовину? И если вам понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну и всем отличного настроения, и всем пока. Всем пока. Всем пока. 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 Я с дочей Сергей Тайм выживал.